Парк Гуэль, парк Джуэл, знаменитый парк в верхней части Барселоны, созданный Антонио Гауди в 1900-1914 годах, представляет собой сочетание садов и жилых зон. Парк Гуэля был задуман Эусеби Гуэлем как зеленая жилая зона в стиле модной в то время в Англии градостроительной концепции города-сада. Для реализации своего проекта в 1901 году Гуэль приобрел 15 гектаров земли, которая была разрезана на 62 участка под строительство частных особняков. Все участки были выставлены на продажу, но продать удалось только два. Пустынная местность, удаленная от центра города, не привлекала барселонцев. Поскольку покупателей не нашлось, по совету Гуэля, в 1906 году дом был приобретен самим Гауди, где он и жил вплоть до 1925 года. Третий дом на территории парка, служивший образцом для потенциальных покупателей, был куплен Гуэлем и после некоторых переделок превращен им в 1910 году в свою резиденцию. Все дома сохранились до наших дней. Резиденция Гуэля со временем была передана под муниципальную школу. В бывшем особняке Гауди теперь расположен дом-музей его имени. Экономические неудачи проекта вынудили наследников Гуэля продать парк мэрии Барселоны, которая превратила его в городской парк. Парк Гуэль на Google Maps. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.